ГАЗ-3110 «Волга». Выпускается с 1997 года. Первая машина из семейства «Волк», которая перестала быть машиной только для начальства и стала общедоступной. Комплектуется 16-клапановым инжекторным двигателем и гидроусилителем руля. Максимальная скорость – 170 км в час. Было, короче, так. Я недавно «Волгу» себе новую купил, 31-ю. Пришел чувак один, товарищ мой, попросил отвезти в аэропорт. Я, 4 утра сели, поехали. А что-то по дороге он разошелся. Вроде так я и узнал. А тут что-то, его понесло. Я никогда бы себе такую тачку вообще не купил. Кто тебе сказал, что она безопасна? Ты, Вован, даешь. Я вообще не понимаю. Багажник большой. Ты что туда будешь? Слона, что ли, засовывать? Зачем? Гидроусилитель. Что гидроусилитель? Не гоняй, скорости боюсь. А? Кто тебе сказал, что эта тачка клевая? Объясни мне, а? Давай с тобой лучше купим другую тачку. Что? Ты че? Ты че? Больше я его не видел, в общем-то, так.